эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте, в студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. К празднику Пасхи бойцам СВО были отправлены освященные иконы и куличи. Господи Иисусе Христе Боже наш! Новыми экспонатами пополнилось музейное хранилище Видновского историко-культурного центра. Все эти экспонаты, они будут использоваться и как на выставках, и обязательно на уроках мужества. Сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу провели профилактический рейд «Грузовик». Но дорога не прощает ошибок. Во всех образовательных учреждениях округа прошел День добрых дел. Наша съемочная группа побывала в Видновской школе номер 11, где в рамках акции ребята плели маскировочные сети и писали письма солдатам. Некоторые послания похожи на сочинение, в других – несколько строчек или просто рисунок. Но в конце практически каждого письма одинаковое пожелание – поскорее вернуться домой. Так выражали свою поддержку солдатам ребята из 11-й школы. Написав письмо человеку, которого вы даже не знаете, да, он вам не знаком, но ему будет очень приятно прочитать эти строки от вас, от маленьких детей. Конверты были переданы приглашенному на мероприятие Никите Шмелеву, лейтенанту воздушно-десантных войск, участнику СВО. Для бойцов детские письма – особенно ценный подарок. Для военнослужащих они как талисманы. Мероприятие очень важное, то есть дети пишут письма. Детям было подарено приспособление для того, чтобы плести маскировочные сети. То есть дети, грубо говоря, своими руками участвуют в специальной военной операции. В рамках акции «День добрых дел» школьники плели маскировочные сети. Семиклассницы Ирина Калак и Виктория Щербовских отмечают, техника их создания совсем не сложная. Нужно плести в разных направлениях по змейке. Если плести одинарно по полоске, то тогда заметит дрон военных. Нужно плести по диагонали, вот так вот, змейкой. Плетение сетей, они делаются из ткани и сети. То есть мы должны просто плести по разным направлениям, чтобы военным было маскировка. Благотворительное мероприятие продолжилось конкурсом «Смотр строя и песни». Несколько команд показали свое мастерство в марше и выразительном исполнении. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ». В нелегком труде военнослужащих им оказывают поддержку жители, снабжая гуманитарной помощью. Приближается Пасха, и в этот раз из Ленинского округа на передовую, помимо провизии и медикаментов, бойцам были отправлены освященные иконы и куличи. С начала специальной военной операции Ленинский городской округ активно подключился к оказанию гуманитарной помощи бойцам. В этот раз отправление было особенным, поскольку было приурочено к празднованию Пасхи. Сегодня отправляем груз с медикаментами, необходимыми на линии обороны и первых линиях борьбы. Также подушки, одеяло, газовые горелки, а самое главное – это куличи. Один кулич бойцами делится поровну на 6 частей. Так одной коробки хватает на целый взвод. Помимо куличей в мобильные храмы подразделения отправятся иконы, написанные в Троице Сергиевой лавре. Настоятель Георгиевского храма протоиерей Михаил Егоров осветил и благословил гуманитарный конвой. Господи Иисусе Христе Боже наш, истинный живый путю со странствовать мнимому Твоему Отцу. Благодаря неравнодушным жителям округа, прихожанам Георгиевского храма и поддержке администрации Ленинского округа, Пасха придет и в подразделение к нашим бойцам. Инга Янчук, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, «Видное ТВ». Новыми экспонатами пополнилось музейное хранилище Видновского историко-культурного центра. Житель города Видное Владимир Гриневич работает оператором на одном из федеральных каналов и уже 6 раз был в командировках на СВО. Оттуда он привез множество артефактов, рассказывающих о боевых действиях. Максим Козлов продолжит. В Видновском историко-культурном центре видеооператор Владимир Гриневич – частый гость. Здесь прошло несколько его персональных фотовыставок. Но сегодня он приехал сюда с необычным грузом, который собирается передать в дар культурному заведению. Если у нас раньше применялись такие классические гражданские,
то со временем перешли на такие, они малозаметные издалека. Поэтому вот сейчас такие вот они, две такие штуки у вас есть. 6 раз в составе корреспондентской группы Владимир Гриневич был в командировках в зоне СВО. Последний раз он провел там более 3 месяцев. И как истинный журналист, Владимир собирает различные артефакты, которые могут многое рассказать о боевых действиях. Та самая мина-лепесток, которая очень коварная, очень такая противная, которая калечит людей. Вот. Она уже, видите, она сработанная, как деактивирована, поэтому можно спокойно ее использовать в качестве экспоната. Бронежилеты и каски, шевроны различных украинских боевых подразделений и личные жетоны, украинские медали и даже разбитая американская радиостанция – все это попало в руки Владимира разными путями. В основном материалы это предоставляют бойцы, которые вот штурмовики, которые бывают, вот, может, непосредственный контакт выходят с противником. Вот некоторые экспонаты, как учебник истории, это я нашел в Мариуполе его, в разрушенном здании, нашел в комнате вот этот учебник истории. Ну и письма жителей города Мариуполя, которые нам просили, чтобы мы звонили их родственникам, это они сами писали, они нам передавали эти листики. И когда закончилась командировка, у меня просто рука не поднялась эти листики выбросить, потому что это я понял, что это какая-то уже часть истории. Особое место в этой коллекции занимают части различного оружия, прицелы, приклады и детали боевых механизмов. Естественно, вывозить с зоны боевых действий винтовки или автоматы запрещено. Это знак азовца. Вот, и количество насечек. Вот это оружие принадлежало женщине, снайперше. Вот, которую деактивировали, и тут даже написано «Люблю тебя, Матуся». Все эти экспонаты, они будут использоваться и как на выставках, и обязательно на уроках мужества. Максим Козлов, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу провели профилактический рейд «Грузовик», на котором напомнили водителям крупногабаритного транспорта о том, как не уснуть за рулем. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Водители большегрузов часто отправляются в рейс на дальние расстояния. Пытаясь побыстрее добраться до пункта назначения, многие из них преодолевают сонное состояние, что впоследствии может привести к ДТП. В целях информирования водителей об опасности управления транспортным средством в утомленном виде сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд «Грузовик». У нас есть специальные листовочки с QR-кодом, на которые мы просим водителей навести свои мобильные телефоны. И в приложении открываются листовки, напоминающие о правилах труда и отдыха наших водителей. Дальнобойщики поддерживают проведение такой акции. Я думаю, почаще нужно таких рейдов, поэтому для нашей же безопасности это, я думаю, в порядке вещей. Приятно, наверное, надо чаще это делать. Помните, чтобы успешно довести груз, необходимо перед дорогой отдохнуть, проверить здоровье, заранее отметить пункты отдыха на карте. Максимальное время в пути должно составлять не более 9 часов в день, с перерывами от 15 до 30 минут. И не переусердствовать за рулем, потому что не спать – это страшно. Дорога не прощает ошибок. Сотрудники госавтоинспекции будут и дальше проводить разные профилактические рейды для того, чтобы сделать безопасным движение на дорогах муниципалитета. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Новый сборник Тияры Велиметовой «Розы без шипов» вышел в свет. Он соединил 3 произведения о разных событиях. Но красной нитью через них проходит одна тема – любовь. Тияра Велиметова открыла в себе талант писательства в зрелом возрасте. Это уже 5-я книга, сборник под названием «Розы без шипов» о любви и верности, патриотизме и силе духа. Все 3 повести, они настолько вот именно проникнуты любовью к своей родине, просто трогает. Хочет там побывать, в этих местах. Хочется вот именно познакомиться с этими людьми. Писательница еще в юности прониклась любовью к кумиру 1000 женщин, Муслиму Магомаеву. Именно с этого светлого чувства и началось творчество Таяры, и свою первую книгу она написала про него. Моя бабушка – ярая поклонница великого певца Муслима Магомаева. Рассказ «Розы без шипов» она посвятила его таким же поклонницам. Таяра Велиметова ведет активную общественную жизнь. Она участница Союза женщин России и нередко оказывает гуманитарную помощь нашим бойцам. Один из рассказов «Позывной Ассоль» писательница посвятила событиям специальной военной операции.
писатели затрагивают самые актуальные, самые животрепещущие темы нашей действительности. Вот в частности, как это произошло в рассказе «Асоль». Таяра Велиметова передала свой сборник директору библиотечной системы нашего округа Татьяне Лукашовой. Она выразила свою поддержку писателям и поблагодарила за подаренный экземпляр. Пожелаем ей новых творческих успехов и будем рады пропагандировать и эту книжку предлагать своим читателям. Автор признается, что первые отзывы на сборник уже есть. Читатели оценили легкость повествования и одухотворенные образы настоящих героев. Я написал так, чтобы все могли прочитать. Тут возрастных ограничений абсолютно нет. За свои произведения Таяра Велиметова награждена золотой Есенинской медалью и удостоена звания «Золотое перо Московии». Впереди много планов и задумок на будущее. Одна из них – книга про героя России, который сейчас защищает свою родину. Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Отчетный концерт творческого объединения «Тарантас» Дворца культуры «Видное» состоялся на открытой эстраде Видновского центрального парка. Название концерта «Весеннее настроение» лучше всего отражало атмосферу музыкального праздника. Популярные шлягеры и народные песни участники объединения исполняли соло и хором под неизменные аплодисменты зрителей. Был среди них и наш корреспондент Максим Козлов. В двух словах описать репертуар творческого объединения «Тарантас» невозможно. Спектр произведений от народных песен и романсов до современных рок-баллад. Порой зрители забывали, что на сцене непрофессиональные артисты. Я этих людей знаю давно. Знаю, какие они музыкальные, какие они творческие, хотя у каждого своя профессия. Кто инженер, кто механик, кто водитель, кто логист, кто зубной врач. Но их объединяет любовь к музыке. Отчетный концерт не только важное организационное мероприятие, но и традиция, которой более 7 лет. Именно столько существует «Тарантас». За эти годы многие участники превратились из стеснительных новичков в ярких самостоятельных артистов. Сейчас в студии занимается 20 человек, самому младшему 4, самому старшему 85 лет. Несмотря на то, что занятия проходят 3 раза в неделю с 3 до 8 вечера, этого времени участникам творческого объединения явно не хватает. Начинают что-то ребята играть, мы начинаем что-то подпевать, начинаем импровизировать. И это можно до бесконечности может продолжаться, потому что цепляемся друг за друга, вдохновляемся друг другом. И это процесс такой долгий. Разойтись действительно сложно. Рассчитанное на 1,5 часа мероприятие затянулось, потому что зрители не отпускали музыкантов, активно подпевая и танцуя под любимые песни. И артисты не скупились на эмоции, ведь концерт недаром получил название «Весеннее настроение». Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В рубрике «Афиши» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. 4 мая на детской площадке около дома номер 6 в жилом комплексе в Бутово парк пройдет игровая программа, посвященная Дню Победы «Моя весна, моя победа». Начало в 10:45. В беседке мемориальной зоны музея-заповедника Горки Ленинские в субботу в 12:00 состоится пасхальная мастерская. В рамках мероприятия мастер-классы для детей по росписи и декупажу пасхального яйца. На сцене главного здания музея-заповедника Горки Ленинские также в 12:00 в субботу спектакль для детей «Кот в сапогах». Приходите всей семьей. А в 14:00 в субботу, 4 мая, в центре досуга «Картино» состоится мероприятие с просмотром мультфильма «Тайна Коко». Маленькие зрители смогут получить заряд хорошего настроения. Проведите свои выходные интересно и с пользой. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.